О, так это вы, Александр Игоревич? Да, здравствуйте. Ну что ж, дети, знакомьтесь, Александр Игоревич, ваш новый учитель математики и классный руководитель. Ну, оставляю. Готов. Хорошо, молодец. Давай следующий. Кто-то еще готов? Маш, давай вслух. 29 килограмм. Не совсем, но близко. Да не обращайте внимания. Маша у нас часто тупит. Может, у кого-то есть вариант ответа? А что подумать? Маша тупица. Ты почему не решаешь? Что ты хочешь? Матвей, сядь, пожалуйста. После школы. Матвей, сядь. Ну, да, Маша, сядь. Кирилл, тише, тише, я к тебе сейчас вернусь. Сядь! Готов. Держи еще одну. Простите, а у вас есть что-нибудь без мяса? После урока. Сейчас биология. Готов. Давай, Марк. 20. Преобразуй в метры кубические. Давай ты. Поддержать его в трудную минуту. Упадок сил, подарить ему свои силы, вместе с ним праздновать удачу, увлечь ребенка, организовать ту среду, в которой ученик сам может учиться. Всем доброе утро. Сегодня я предлагаю сыграть в особую игру. Игра будет называться «Я тоже». Правила игры очень простые. Один из вас выходит к доске и рассказывает о своих чувствах, которые он испытывает в школе. О своих страхах или переживаниях. Если кто-то испытывает такие же чувства, то просто пускай выйдет сюда и обнимет товарища. Я знаю, что часто кажется, будто наши трудности и переживания не волнуют никого вокруг. Но вы не одни. Здесь вы можете выбрать тему и сложность задания. Пробуйте. Мне часто бывает скучно на уроках.
Мне тоже часто бывает скучно на уроках. Я боюсь делать ошибки и говорить ответы вслух. Я тоже. Каждый ребенок имеет равные возможности для социализации и развития в современном обществе. Вклад в будущее важен каждый. Я тоже.